안녕하세요. 안드레스. Дамы, что будете заказывать? Значит, я буду вино Шота де Брильон только 74-го года, ага. Значит, я буду все-таки Шоте де Брильон только 90-го года рождения. Ну, собственно, как и мой год рождения, да. Вы тоже по такой схеме заказывали? А вот вам еще одна пластика, и вообще перестанут приносить алкоголь, ага. А мне виски обнови. Матильда Борисовна, я понимаю, это, конечно, не мое дело, но это уже у вас шестое ведерко с утра. Женя, давай пошевеливайся. А то ты мне уже начинаешь нравиться. Сию минуту. Я не поняла, что-то вы его все время гоняете за шампанским. Черпаете из бассейна. Я еще там не купалась. А вот мне интересно, сколько вам в этом году обошлась путевочка? Не знаю, мне за нее муж плачет. А вам? Столько же, ага. А вам? А я последний раз о деньгах думала, когда союз развалился. Смотришь, как в собственном подвале гниют миллионы рублей, а ты ничего, ну прям ничего поделать не можешь и купить нечего. А говорили сервис, ну шатается, нечего подложить, а? На, держи. Это же 10-й айфон. Это 10-й, мой 10-й айфон. А, все равно шатается. Говно твой 10-й айфон. Дай сюда. Ага. На, 2/5. Теперь хорошо. Я всегда говорила, что пятерочка лучше, ага. Надолго приехали? Пока не закончится. Путевка? Следствие моего. А за что его взяли? За какие-то яйца. А, эти, Фаберже. Ну, он не уточнял, но скажу, сиди там, меня крепко взяли за яйца. И давно ты тут? Уже 3 месяца. Ой, боюсь, чтобы его там не посадили. Не боись. У нас в стране законы чтут. Еще никого не посадили. А вы давно тут? С февраля 2014-го. Ой, так это ж когда наши к власти пришли. Так это что, вы из тех? Из кого из тех? Из тех, кто думали, что будет все по-прежнему. И теперь все увидели, как мы были правы. Так это вы уже 3 года тут. Ой, представляю, как дорого обходится вам этот отель. Даже не представляешь. Это самый лучший отель на побережье Испании. 15 гектаров земли. Оплата персонала, бухучет, гемора куча. Так это что, ваш отель? Ну да. Ах и ох. Скажите, ага. Ого!
Я тебе хочу сказать, детка, что отель это бонус. Мы вообще-то остров покупали. Ух ты! А дорого приобрести остров? Я так на будущее спрашиваю, ага. А у нас хороший адвокат. Он доказал, что вследствие движения тектонических плит наш остров каждый год сдвигается на 2 сантиметра. И что? Ничего, оформили как плод. Погодите. А чем же это ваш муж таким занимается, что у него столько денег? А тем же, что и твой. Яйцами. Да? Кому надо, подкатывал. А потом кому надо, откатывал. Яйца-перекатчик он у меня. Так, а где он теперь? В бегах, да? Да нет, сидит в прокуратуре 3 года. Бедненький. И не говори. Только вот должность не помню. То ли главный по борьбе с коррупцией, то ли главный коррупционер. О, бабы! О, сейчас мы, бабоньки, Лен, отдохнем по-человечьи. Женя, выкинь-ка этого козла, а? Ой, брутся сюда все, кому не попадя. Какой-то вшивый замминистра, а все сюда же. Ага. И говори, из грязи в князи, прямо из куяльника и прямо в крушавель. Ага. Слушайте, а мне что-то лицо этого официанта знакомо. Я его тоже где-то видела. Ага. Так это бывший губернатор Кировоградской области. Мой его туда устроил, а потом сюда. А за барной стойкой бывший мэр стоит. А судья и прокурор в ваших номерах убираются, не видали? Мой добро помнит, яйцеперекатчик. А мой такой романтик. Он на нашу медную свадьбу подарил мне заводик по добыче меди. Да, на хрустальный заводик по добыче хрусталя. Я так понимаю, что силиконовую свадьбу вы каждый год отмечаете, да? Не понимаю. А вот мне мой, когда делал предложение, то подарил золотой заводик, ага. А мой просто решил меня побаловать и подарил шоколадную фабрику. Ту самую? А кстати, девки, на ту самую даже у моего денег нет. Короче, завтра летим на моем самолете в Париж. Нет, я предлагаю на моем лайнере в Доминикану. Хорошо, тогда мой пилот привезет нам туда кофе и круассаны. Вай-вай-вай, шалавы! Имейте уважение, это бывший министр экономики и главный судья пошли. Так, подождите, это их жены или любовницы? Я говорю, что это конкретно бывший министр экономики и главный судья. Просто их начали искать очень серьезные люди. А какие были мужики? Я вам честно скажу, что мы узаконили все свои деньги. Что, серьезно? Как? Как? Ну, по последней пенсионной реформе можно докупить себе трудового стажа, да? Так вот, я и докупил себе 100 тысяч лет трудового стажа. И теперь официально получаю 1 000 000 000 гривен пенсии. Очень удобно, знаете ли. Знаете, прекрасная схема, но у нас немножечко, мне кажется, получше. Мы 4 наших фирмы оформили на Тосика. А муж говорит, что нужно еще одну собаку купить, чтобы на нее ОАО оформить, да. А мою любовницу завел, чтобы 2 завода на нее переписать. Больше вам скажу. Я сама искала эту любовницу. И что, вы прям так доверяете? Конечно, человек проверенный. Жена моего любовника. А
чтобы корпорацию оформить. Бабка воскресла! Свят, свят, свят. Не-не, по документам. А еще мой задекларировал аж 300 миллионов, ага. А мой 500 миллионов, ага. Пенсия пришла, ага. Женя, напомни мне, пожалуйста, этот ярдик снять. Конечно, ваши напитки. Ага, спасибо. А где мой виски? Матильда Борисовна, забыл уточнить вам бутылочку. Ведерочко. Я же вас знаю. Еще одна ведерочка, и вы начнете ко мне приставать. Женя, ладно, скажи тогда мэру, о, господи, этому бармену, пусть мне ведерко виски в номер занесет, а ты через час придешь и обновишь. А? Да, конечно. Кстати, Матильда Борисовна, там министр экономики разошелся по пьяни, пистолетом машет. Женя, я для чего тебе корочку набушника сделала? Припугни его, чтоб до ночи из номера не вылезал. Точно. А ну иди сюда, говнюк. Так я продолжу, ага. Значит, мы когда с мужем оформили все наши доходы, оказались на 10-м месте в украинском Forbes, ага. Ха! Мой Тосик на 7-м. Его даже на обложке напечатали, ага. Печататься в своем журнале считаю западло. Мы большую половину денег отдаем на благотворительность. Вот правильно. Мы тоже животным помогаем. Всяким там кошечкам, собачкам, бюджетникам там разным. А вы слыхали? Коммуналка подорожала. Тебе не пофиг? Конечно, не пофиг. 160 квартир, и это только на Печерске в Киеве. Знаете, как тяжело. Так субсидию оформи. Но если сами не вытягиваете, и вообще государство должно помогать своим гражданам. Угу. Девочки, скажите, а если у меня на день рождения Потап выступал, то это нужно было декларировать? О мелочах не знаю. А вот у меня на день рождения выступал Элтон Джон. Так мы задекларировали, ага. А у меня Элтон Джон пел Потапа. И знаете, душевно так. Пырышки-пупырышки, на-най-на. Так вот душевно было. Матильда Борисовна, Матильда Борисовна, у министра экономики тоже есть корочка набушника. Так поднимись за верховным судьей в 314-й. И вы что, думаете, он его испугается? Думаю, нет. Но кумовья как-то между собой договорятся. Точно, спасибо. А как вы вывозите деньги за границу? Через офшоры. Мы тоже, ага. А вы? А я в бюстгальтере вывожу. Да ладно. Как ты думаешь, для чего я все это делаю? Для красоты? Нафиг оно мне надо. Ой, правильно. Девочки, все деньги надо вкладывать в себя. В образование. В этот, как его, в интеллигент. Ага. Вкладывать в себя – это вкладывать в себя. В губы, в груди, в ягодички. Ой, девки, у меня от этих вложений очень дурные воспоминания. К нам, когда нагрянули с обыском, я в себя вложила около миллиона. И что я вам скажу, самые вкусные деньги – это фунты. А вот от бакса у меня изжога. Всем оставаться на своих местах, никому не двигается! Работает отдел по борьбе с коррупцией! Так, кто из вас, Матильда Борисовна? Быстро! Сердце. Больно? Пофиг, шо? Матильда Борисовна, вам от мужа подарок. Ой! Ой! Какой он роман! Роман. Ой!
Романтик, хороший мальчик. Поднимайся в номер, я сейчас приду. И ты поднимайся. Матильда Борисовна, я реальный сотрудник. Хочешь остаться реальным сотрудником, поднимайся. Алло. Да. Да, да, это турагентство. Нет, не туда-обратно. Это агентство туда-сюда. Чувствуете разницу? Нет, не мы отправляли группу из 16 человек в Африку. У нас более безопасные туры, да. Звоните, если что, да. Тихо, 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 тихо. Вика, мы же договаривались, что будем без скандала. Спокойно, без крови. Здравствуйте. Здрасте. А, вы у нас брали экстрим-тур в Африку? Нет, мы брали автобусный тур по Европе. А, я вспомнил. 10 городов, 10 дней. Ошибаетесь. 10 дней, 2 города. Но у нас нет такого тура. У нас есть 10 дней, 10 городов. Вы не знали, оказывается, у вас есть 10 дней, 2 города. Ага. И что там было? Вена, Париж? Киев и Львов. Тур-эконом? Тур-дур-дом. Послушайте, но у нас не было ни одной жалобы с автобусной экскурсии. Наверное, мы единственные, кто после него вернулся живым. Хорошо, давайте ваш... Ваучер вам нужен. Ваучер, может. Да. Дай ему ваучер. Вот этот вот? Да, да, вот этот. Подавитесь! Засыпьте, узнайте! Так, пойдем поначалу, да? Итак, 8 утра. Вас должно было забрать комфортабельный автобус из Киева. Возможно, но нас почему-то забрал не очень комфортабельный Богдан на польских номерах. Но это хорошо. На польских номерах хорошо, ему же по Европе ездить. А выглядел он так, как будто он из Украины не выезжает. Ну все правильно, это же горящая путевка. А вот тут вы правы. Наш автобус действительно 2 раза загорался. Ну это входит в вашу программу. Давайте пойдем по программе. Итак, значит, вы выехали из Киева и доехали до Львова. Не так сразу, молодой человек. Из Киева мы выехали через 2 суток. Да. Как через 2 суток? А вот так, пробки. Ну что вы меня обманываете, я живу в Киеве. У нас здесь таких пробок не бывает. Да что вы говорите, а оказывается, бывает. Заехали мы вначале на Шулявский мост. И тут наш автобус заглох. А пока заводились, мост успели разобрать с 2 сторон. Но это не совсем наша вина. Да что вы говорите? А водитель сказал, что именно вы рисовали ему этот путь. Хорошо. И что же дальше было? Дальше приехал кран, снялось с моста, и мы наконец-то выехали из Киева. И через 5 часов вы были во Львове. Через 3 часа. Вот. Мы были под Полтавой! Почему? Это же в другую сторону. А водитель сказал, GPS лучше знает. Но там же были какие-то знаки на трассе. Вот если бы вы не сказали водителю игнорировать эти знаки, мы, может быть, и были бы на месте. Да. Послушайте, ну мы это сделали специально для удобства туристов. Вот. И что же было дальше? Вы вернулись в Киев? Нет, мы развернулись и 2 часа толкали автобус до ближайшей заправки. Зачем? Можно было на попутке с канистрой добраться и заправиться. А наш водитель сказал, что тут недалеко до заправки. И вы просто выйдете и поднажмите. И мы поднажали. Поднажали. Мы поднажали. Поднажали. Мы поднажали. Мы так поднажались. Мы заподнажались там. Ну хорошо, вы заправились. И поехали, наконец-то, обратно в Киев, да? Нет, мы заправились, и через 5 минут мы влетели в яму и поехали на СТО. В какую яму? Которую водитель знает очень хорошо. Он, оказывается, все время туда попадает. Господи, идиот.
Дело в том, что по программе вы в этот момент должны были быть уже в Кракове. Фотографироваться, так сказать, с огнедышащим драконом. А мы фотографировались на фоне огнедышащего механика, который прикуривал наш автобус. Так, хорошо. Допустим, вам поменяли колеса, и вы поехали дальше. Нет, мы еще ждали, пока нашему движку сделают капитальный ремонт. Что же это за яма? Вот. О, прямо как озеро Балатон в Венгрии. Оно, кстати, есть в вашей программе. Там такие фотографии. А что ж у нас фотографии только на фоне автобуса и ямы? Вот! Вас-то я вижу. А где автобус? В яме! Скажите, вы добрались назад в Киев или нет? Мы даже до Житомира доехали. О, замечательно. Но потом почему-то вернулись в Киев. Почему? Потому что ваш водитель забыл права, дебил! Такое бывает. Это, кстати, был уже четвертый день вашей экскурсии. Вы должны были быть в Брюсселе любоваться на писающего мальчика. Насмотрелись! И на писающих мальчиков с левой стороны, и на писающих женщин с правой стороны, и на бабушек, и на дедушек. Даже водитель показывал, как он умело может это делать, не выходя из автобуса. И так дальше был Львов. Не спешите. Чтобы сократить время упущенное, водитель решил сократить километраж и поехал во Львов через Тернополь. Как? Но там ведь нет дороги. Да, а водитель сказал, что так на 40 километров будет меньше. А оказалось почему-то на 10 часов дольше. Значит, в Ватикане вы тоже не были. Нет. Очень жаль. Но нам хватило. Нам хватило иконок, которые были на торпеде. Мне кажется, они иногда крестились и пытались выйти, да? Послушайте, как вы все-таки попали во Львов? На эвакуаторе. Ну. Ночью. О, ночной Львов прекрасен. Да, да, да. Нам бы предложили поспать, но вместо этого решили прогуляться по ночному Львову. Да, представляете. И знаете, он не такой прекрасный под дождем. Но вы могли вернуться в гостиницу поспать. Да, мы бы поспали, мы бы очень поспали бы. Но водитель сказал, что лучше встать в 5 утра. Да, для того, чтобы не ждать на таможне очереди. Да. Логично. А оказывается, все так делают! Все! 6 часов! Но вам должны были предложить завтрак. Нет, вместо этого водитель предложил нам купить по блоку сигарет, чтобы на той стороне продать, чтобы хоть как-то отбить этот тур. Да наш водитель мудрец. Ваш водитель мудрила! Потому что у него на таможне нашли лишний блок сигарет. Да. Ну, ничего страшного. Забрали сигареты и все. Нет, этот идиот сказал Дзуське, я вам его на вид дам, я его прямо тут скурю. Он курил все 200 сигарет. Слушайте, ну ничего страшного. Докурил и поехали дальше. Нет, мы повезли этого зеленого идиота в реанимацию. Понятно. То есть границу вы так и не пересекли. Ну что вы, в Амстердаме нам все же довелось побывать. А, да, да. Как? Да. Вы же даже через границу не переехали. Нет, мы просто вышли за автобус покурить с водителем. Оказывается, там были не просто сигареты. Да. Так что в Европу мы так и не попали. Да не расстраивайтесь. Украина — це Европа. Заткнитесь! Что вы так нервничаете? Нам водитель всю дорогу именно эту фразу и говорил. Послушайте, обратно вы добирались тоже на автобусе? Нет. Вот тут мы решили не рисковать и взяли билеты на поезд Рахов-Харьков. Замечательно. Только билеты были в плацкартный вагон. На боковой полке. После туалета. И каждую минуту тебе по голове дверью шандарах, 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 шандарах. Цыганки с платками. Проводник с перегаром. Дембеля с гитарой. А туалет во всем поезде работал только у нас. И все 20 вагонов ходили к нам сразу после отправления. А проводница в городах, которые ей, видите ли, не нравятся, туалет на санитарную зону не закрывала! Я на сосиски теперь нормально смотреть не могу! Послушайте,
Выходит, наш автобус был даже комфортабельным. Я вас прошу. Хотите, мам, в качестве компенсации оплатим любые авиабилеты в любую часть мира, а? Авиабилеты оплатите? Что? Да. Подожди, ты же боишься летать на самолетах. Я теперь больше боюсь на автобусах ездить наших и поездах. Послушайте, или еще лучше, а? Хотите, мы вам подарим совершенно бесплатно тур на круизном лайнере? Бесплатно? Абсолютно. Безопасно? Не вздумайте брать! Вы из экстрим-тура по Африке? Нет, мы с круизного лайнера. Недельная поездка по Средиземному морю. И что вас там не устроило? То, что мы 6 дней провели на Днепре в Каховске. Сразу было подозрительно, что круиз морской начинается в Черкассах. И это, наверное, был единственный круизный лайнер на веслах. Послушайте, хотите, мы вам в качестве компенсации предложим тур по Европе на автобусе? Братишка, а принеси-ка мне пиво. Москаль мне, не брат. Ну, молодец, можешь. Ха! Куме! Ну, это пиво, а? Та несу вже, несу. Ти май. От такая. Все. Ой, куме, ми вже з вами цілий тиждень у Єгипті, а я ще жодного москаля не бачу. Бо нема в Єгипті москаля. Нема. Як тихо без москаля. Ніхто не матюкається, да. Не хамить. А немає русських, то немає і драк на барі. Ну, і лежаків вільних повно. Ага. І в басейн ніхто не дзюрить. Крім нас. Брате! А чи не видко звідти москаля? Жодного москаля, брате! О! Шарм-ель-Шейх наш! Куме, а немає москаля? Ви бачили цього року? Дельфіни прямо під берег припливають. Ага. От розумні тварі, теж чують, що нема в Єгипті москаля. І рибок же ж цього року більше. Ага. І от без москаля вони такі якісь яскравіщущі. Ага. А море тепліше. А пиво холодніше. А горілка смачніше. А сонце яскравіше. А вітер вітривіше. Да. Да. Нудно без москаля. Скучняк. Не той вже all-inclusive. Раніше ж москаль в all-inclusive був включений. Ні, куме, якщо у вас така ностальгія, я тільки заради вас можу сьогодні трохи порозмовляти москальською. Знаєте, куме, от не вийде у вас так от противно, як в них. А я спробую. Давайте. А чо у вас тут пачун? Фу. Та чо, капчуна колбаса? А чо, чебуреки без анчоусов чолі? Ой. Да ви чо, я коренная черепа-овчанка. Шо? Галю, я тільки що от-то чув москальську мову. Що ти видумуєш? Ти вже третьому ніс ламаєш, жоден з них не був москалем. А четвертий раз буде фартовий. Оля. А може і п'ятий? Це хто тут чокав? Шановні, доброго дня. Hello. Topic number 7. About myself. Yes, yes. I wake up at 7 o'clock, and you? I am Big Muzzy. I like clocks. Oh. То ви англичане? Ага. Чу. Вони англичане, чуєш? Ну, а ти їм над головами кричиш. Та пішли в номер, ну. А що в номері? В номері я не всі спакувала мило і шапочки для душу.
Я 40 шапочок поклав. Скільки тобі ще треба? Ну, в них хорошо розсаду висаджу. Пішли вже, господи! Ну, людина. Куми, знаєте, треба якось обережніше. Бо відхватити люлей в нашому Шарм-ель-Шейху від наших же, це було б тупо. А пам'ятаєте, як ми того року з москалями волейбол грали? О, це знатний махач був. А як ми з ними потім на банані катались? І це був крутий махач. А як вони потім до нас миріться приходили? А оце найкрутіший махач був. А головне, з чого все почалось? Сиділи собі тихесенько. Будьмо. Гей! Будьмо. Гей! Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей! А москалі як рот відкрили. Гей, та чого началось? Чого в 3 часа ночі? А чого в нашому номері? А що происходить? Ви я чу? Тобі кажу, от звідси йде це що? Оце, знаєш, не таке, як наше закарпатське чоп, а от таке москальське з причмокуванням чо. Е, шановні, доброго дня. Guten Tag. Volkswagen, das Auto. Я Штангель, циркуль. То ви німці? Я. І я. Тю, а я вас переплутав з цими, з англічанами. Ну, фейсом одинакові. Ну що, класно вам без москаля? Тепер же ж на 9 травня можна із номерів виходить, да? Ну, кайфуйте, кайфуйте. Ну, от бачиш, це німці, ну. Ідемо в номер, у мене там сумка не закривається. Чого це вона не закривається? Скільки туди халатів ти поклала? 17. Як у мене таку ж сумку влазить 24? Ще 3 полотенця. Господи, пішли вже. Там коктейльна година зараз. Фуку, я тільки що так перелякався. У мене всі наші відпочинки в Єгипті перед очима пробіжали. Ви праві, треба обережно з цією історією про москалів. Та я давно казав, нафіг її цю спільну історію з москалями. Здравствуйте. Извините, а где здесь туалет? Москаль! Я... Ты что, нашего одесского губернатора перекрываешь? Что за бе-бе-бе-бе-бе? Я... Белорус! Как батька зовут? Александр Григорьевич. Нет, твоего родного. У белорусов нет батьки, кроме Александра Григорьевича. Ты вы, реальный белорус. Що ти до нього пристав? Там верблюда привели, він хоче зі мною сфотографіруватися. Фу ти, господи, я хочу з ним сфотографіруватися. Та нащо тобі той верблюд? У тебе горби теж нормальні. Та куди ти пішла, ти погоди? Білорус, туалет питав. Ну, вон, туалет. Спасибо, уже не надо. Знаєте, куми, що я подумав? А все ж таки у нас з москалями дещо є спільне. Офшори? Так, не тільки. Економіка. Розумієте, куми, наша економіка і москальська економіка, вони обидві цілеспрямовано котяться в дупу. А знаєте, що мені в цій ситуації найбільше подобається? Що? Що у москалів ця дупа настане на годину раніше. До речі, котра година їсти хочеться? Не бачу мій телефон. А я вас зараз наберу. А, ні. Я вже набрав. Ви, бонжур, абажур. То ви лягушатники? Куа. Чу, а я вас переплутав. Коля, це теж треба спакувати. Як ти ліжко до літака затягнеш? До літака? Не у поїзді. Який поїзд? Це Африка. А це влізе? Це влізе. Бери, а я оцю розпилю зараз. Кума, все ж таки, що не кажіть, аби з москаля в Єгипті набагато культурніше відпочивати стало. От що є. Майже як в Європі. Що є, то є. Шановні пані та панове, а зараз всіх запрошуємо на гала-вечерю. Іди за тарілками. За тарілками. Галю, швидше! Швидше! Судочки бери, давай ти на рибу! Я на м'ясо!
пицца! Коля, а роллы брать? Да не бери ты роллы, бери креветки, крабы. Вот что надо брать. Ё-моё, омары! Алло, омары! Что-то я так устал притворяться. Слушай, мы же поедем обратно в Воронеж, а? Поедем в Сочи. Дорого, Коленька. Поехали. Слушай, Беларусь, Россия. Россия, поехали. Пап, а почему мы зонтик с собой не взяли? Потому что, сыночка, если папа будет пить пиво в тени, надо выпить в два раза больше. И тебе не хватит денег на кукурузу, понял? О, смотри, лежак свободный. Спокойно! Что, обделался, да? Ты что, лежак на сигнализацию поставил? Ага. Если бы я знал, что ты на него позаришься, я бы еще электричество подвел. А, блин! Тю-тю-тю-тю-тю-тю, успокойся. Все, пока. Чувствительная сильна. Ладно, сына, давай мы свой лежак постелим. Ой. Ого! Это что, подстилочка на двоих? Ха! Сейчас через часик сюда люди подтянутся, и мы начнем места возле моря продавать. Круто. Ага. Папа, смотри, я плыву! О-о-о. Сынок, давай, давай, плыви, плыви. Молодец, поймал. Слышь, Лёшка, ты, наверное, панамку одень, а то тебе тоже голову как пацану напечет. Да нет, это у него эти очки виртуальной реальности. Ну вот он оденет маску, пойдет нырять в море. Что он там увидит? Ну, голые задницы. Вот именно. А так у него там медузы, рыбки, акулы, черепахи. Слышь, а голых баб показывает, а? Саня, это ж детская штука. Все, ладно, снимай. На тебе монетки, иди брось в море, чтоб сюда обязательно вернуться, понял? Пап. А пятерки тоже бросать? Да, 5 гривен теперь мелочь. Давай, сынок, давай. Слышь, Лешка, пойди глянь, куда он деньги бросать будет. Хоть на обратную дорогу насобираем. А? Да, пап. Ого, ничего себе. Ой. Ты что, на ночь его в номер таскал, что ли? Вы что, я его из Киева тащил. Фу. Откуда вы знаете, кто на этих лежаках загорал? Их еще спиртом дезинфицировать нужно. Ха! Я вот с вечера нормально так продезинфицируюсь, и все, могу спать вообще где угодно. Ну хорош, хорош пшикаться уже. Тебя же, когда эти спасатели из моря тащить будут, а они будут тебя тащить из моря, они ж тебя не смогут вытащить, ты ж выскальзывать будешь. Зато не обгорю, как некоторые. Он уже все лицо облазит. Так это я вообще на солнце практически не выхожу. Да я вчера в порту купался. Капец, что-то у меня после этого и зубы шататься начали. И он, смотри. Черт. Это не мое, это он, собаки какой-то. Плавала там вверх пузом. Папа, папа. О, тишенька. Ничего себе костюмчик. В принципе, у меня такой же где-то был, когда я жену учил водить. Очень смешно. Что ты хотел, Тишенька? Вода 20 градусов. Можно я купаться пойду? Сыночка, это еще очень холодненькая вода. Пусть прогреется, потом пойдешь купаться. Ну, папа, ну, слышь, пожалуйста. Малой, ты когда в воду заходишь, сразу начинаешь писять. И вода вокруг тебя сразу теплее становится. Почему ребенка учите? Это не я, это жизнь учит. Ха, типа вы такие заходите и терпите. Может, ты не будешь купаться сегодня вот здесь вот,
до того момента, пока я там покупаюсь, а? Да я уже купался и там, и там, и там. Иди купайся, тишенько. Только ротик закрывай, когда ныряешь. Не хватало нам еще палочку поймать, чтобы остаток отпуска в инфекционной больнице провести. Слышите? А сейчас в инфекционке это и кормят? Трехразовая. Лёшка! А ты можешь плавать с открытым ртом? Хоть неделю, как люди, поживем. Папа! Да. Ноги вытирай. Вы, алло! Да. Папа! Да. А мне вот вообще не понравилось на этом аттракционе. Конечно. Парашют же должен был взлететь. А не тащить тебя 2 километра по кафешкам и асфальту. Пап, ну ведь там люди ведь мне аплодировали и радовались. Правильно, ты пока тебя тащила, пару заборов на платных пляжах сломал. Теперь нормально загорать люди могут ходить, понимаешь? Так. А пойдем на банане кататься. Точно кататься? Или опять сожрать попробуешь кусок? Ну что, я у тебя совсем дебил, что ли? Ладно, пошли. Ноги вытирай давай. Так, алло, аккуратнее! Иди ты! Лёва! Ты чё голым бегаешь? Девочку вон испугал, плачет, сидит. А, ты прыгнул с пирса, они слетели. Ну ладно, ныряй, теперь ищи свои плавки. Слышь, Лёшка! А ты можешь вот ту тетю в розовом купальнике тоже с пирса толкнуть? Слышь, с меня твоему пацану мороженое. Да он не принципиальный. Может и деньгами взять. Кстати, давайте я передам. Ну да. О, другое дело. А ваш, я смотрю, прям ловелас, да? Где? Вот. Тиша, это не буйки. Отпусти тетю Тити! Тити-тети! Тиша, тети-тети, отпусти! Тише, отпусти тети-тети! Тити-тети! Не-не-не-не-не, не пускай! Молодец, пацан! Дай сюда! Дай сюда! Третий банан за неделю! Я что, виноват, что он вкуснее настоящего? Пошли трусики переоденешь, сынок. Иди сюда быстренько. Так. Я тебя прикрою полотенчиком. Ноги вытирай. Ты чё? Давай, меняй трусы, я тебя прикрою быстренько. Ой. Да. Девочки, наши шезлонги вот с той стороны. Вы их там нормально, да. Блин, мужики, ну может вы хотя бы в переодевалку бы зашли, а? Да мы ходили уже. Там кто-то навалил. Да, сынок? На, прикройся. Вот, пап, как ты и просил. О, нормальные. Не, сын, это маловатые. Давай, ищи другие. Ладно. Вы что, тапочки потеряли? Ну, как потерял? Ищу вот. Сына, Nike черные возьми, ага. Спасите! Помогите! Спасите, караул! Что случилось? Что, плохо, что ли? Не-не, все хорошо. Я просто проверяю, это безопасный пляж или нет. Спасите! Помогите! Чурчхэла пахлава! Чурчхэла пахлава медовая! О-о-о, давай чурчхэлу мне! Это у меня нету. Пахлаву давай. И пахлавы нету. Так а что ты орешь тогда? Я детей ищу. Я думал, Ратибор — редкое имя. Но чтоб назвать детей Чурчхела и Пахлава... Я так понял, что Чурчхела замуж никогда не выйдет. Разве что за Люля Кебабовича. Это не имена.
Мои детки любят чурчхеллу и пахлаву. А, вот я думал, на звук сбегутся. А, чурчхелла! Не-не-не, тебе надо кричать: спиннеры, бейблейды, скины на Майнкрафт! Знаешь? Спасибо. Скирины, блендлинды, скиридан бранкланд! Ладно, ладно, чурчхелла и пахлава. И главное, игрались все вместе в песочке. В девятером. Закапывали десятого. На секундочку отвлекся. Нету детей. 10 детей. Я так понял, что на секундочку тебе отвлекаться не впервой. Чурчхелла, пахлава медовая. Пришел. Ой, что ты мне принес? Какой красивый камушек. Тишенька, в коллекцию обязательно такой возьмем. Еще найди таких. Красивенький, а? Да. Тиша, это не камушек. Больше такие не ищи. И руки помой. Подождите, не выбрасывайте. Дайте мне. О, вот и теща презент. Гомнитик на холодильник. Вот, пап, как ты просил. О, класс, педали. Круто, в деревне мой велик отремонтируем. А мне? Слышите, это что это у вас там? Ничего такого, это... И, кстати, будете брать эти катамараны на прокат? Пятый не берите. Пап, а можно я еще с обезьянкой сфотографируюсь? Ну, сын, потерпи немножко. Приедь домой, сфоткайся и с обезьянкой, и со змеюкой. Хорошо. Давай. Ух ты, у вас дома целый зоопарк. Ну, как... Жена, теща. А, еще баран у нас есть. Какой баран? Ну, баран! Муж змеюки. Ой, смотрите, смотрите, какую красивую машинку ваш из песка слепил. Это он намекает мне, что на день рождения он хочет, чтобы я ему подарил машинку. Это его мама научила, она у меня так шубу выпрашивала. А твой что слепил? Это что, ингалятор? Похоже, да. Интересно, что он хотел этим сказать. У меня ингалятор! У меня ингалятор, Тишенька! У меня! Круто. А твой что, я так понимаю, просто яму выкопал? Не-не, это я его попросил. К нам завтра теща приезжает. Сына, глубже копай и шире. Ты ж помнишь, какая у нас бабушка. Папа! Да? Папа, слушай, печенье из песка. Такое вкусное. Прям как у мамы. Ну что ты такое говоришь, сынок? Из песка намного вкуснее. Может, ребенку кальция не хватает? Мозгов ему не хватает. Кому из них? Походу, всей семье. Вау! Папа, смотри! Чайки! Дай хлеба! Фиг тебе, а не хлеба! Так жри! Ноги! Алло, так вы чё? Ой, уже пол первого. Радиоактивное солнце. Тишенька, домой! У нас сейчас обед. Потом надо обед на анализы отвезти. А потом результаты обеда на анализы. Мы на отдыхе, у нас куча дел. Тиша, пошли. Так, ну что, мы тоже, наверное, пойдем, потому что у нас еще экскурсия на винзавод. О, это крутая экскурсия, я вам говорю. Потому что начинается с дегустации. Жалко, короткая, 5 минут всего. Как 5 минут? Там сказали 6 часов. Блин, а я только первые 5 минут запомнил. Ладно, я тебе потом расскажу. Папа, смотри, сколько я мелочи насобирал в море. Можно я пойду на банане покатаюсь? Воу, круто! Сынок, обязательно сходишь, обязательно покатайся. А пока посиди здесь, хорошо? Папе буквально на 5 минут отлучиться надо. Я с вами на экскурсию, алло! Воу. Я с тобой! Дедушка, улыбнись. Чё, зачем? Ну, сфоткаю тебя. А, давай. Эй. Чё, что это? Всё. Вот ручка сейчас техника.
Раньше нужно было ждать, проявлять. Не дай бог засветится, а сейчас бац и все. Вот будет тебе про дедушку память. Дедушка, перестань об этом, я тебе и так запомню. Ты мне обещал робота купить, но почему-то не купил. Внучка, я как же я тебе куплю робота, если у меня деньги спрятаны в надежном месте? В банке? В банке 5-го размера. Дедушка, а вообще, где мама и бабушка? Ну где, где? Идут к морю, идут, идут. Как это возможно? Они же раньше нас вышли. Внучек, а ты знаешь, сколько препятствий лежит на пути женщины к морю? Магазин сувениров, магазин купальников, магазин Парео, еще один магазин купальников. У них же есть купальники, зачем им еще купальники? Вот, ты становишься настоящим мужчиной, перестаешь понимать женщин. Петрович! Горе! Что? Бочку с пивом не выкатили? Да не, я же не сказал беда. Я говорю, горе! Кольцо обручальное потерял. Что теперь делать? Что делать? Майку снять, махать и бегать. Очень смешно. Я реально спрашиваю, Вика увидит, убьет меня. Сань, ну придумай, ну скажи, что прилетела большая чайка с ножом. И отобрала у тебя кольцо. Петрович, вы дурак? Так не при ребенке. Ну, скажи, что специально снял, чтоб палец загорел. Я так уже 15 лет холостякую. О! Вообще на другом пальце носят. Ой, о! О, о, смотри какая, смотри. О-о-о-о-о-о. Лёш, вообще рано еще такие вещи тебе фотографировать, понял? Давай лучше нас с дедом сфоткай. Хорошо. Где твое кольцо? А, ночью хоббит приходил. Ему там для какого-то властелина кольцо надо было. Я ему отдал, он завтра вернет. Только маме не говори об этом, хорошо? Окей. Саня, ну если малой заметил, то Вика тебе по-любому попалит. Блин. Что ж делать? Короче, искать его надо искать. Давайте я здесь в песочке поищу, а вы идите в море ищите. А что это я в море? Вы же нам рассказывали, что вы бывший подводник. Так это же я все прям попиз... Резонно ты говоришь, Саня, резонно. Вот то. Так, блин, где же, ну где же? Мамулечка, мамулечка, ну не обязательно душить продавщицу, чтобы выпросить себе скидку. Я ее в следующий раз вообще задушу. Вернулись. Ну, давайте, хвастайтесь покупками. Вот, купили тебе кошелек. Какой же это кошелек? Это ж просто плавки. Ну, я тебе сотню раз говорила, что без кармашка – это плавки, а с кармашком – это кошелек. А, что-то жарко сегодня. Зятек, открой-ка мне воду. Да, да, конечно, открою. Леша, открой водичку, пожалуйста. А ты что, сам не можешь? Могу, конечно, но у нас же вон мужик в семье растет. Он же должен женщинам помогать. Правильно, Марина Францевна? Ага. Ты мне зубы не заговаривай. Ага. Что у тебя с рукой? Да все нормально у меня с рукой, что там? О, смотрите, кукурузу понесли. Где? Ну вот же, вон несут кукурузу. Ага. Да сейчас будут сюда идти. Да пока они сюда придут, все самые лучшие кочаны разберут. Идите, идите, покупайте. Доченька. Пошли на перехват. Мужчина! Мужчина, подождите! Блин. Саня, а? Танцуй! Пошел! Я ж вас не за пивом, а за кольцом отправил. Блин, точно. Саня, ну если уже принес, ну давай бахнем. Петрович, если мы кольцо не найдем, вы на моих похоронах бахнете. Саня, ну так это же отвлекающий маневр. Вика тебя будет бить, пилить, ругать за то, что ты пьяный, а за кольцо забудет, а? 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 Петрович. Ох, Саня, Саня. Так, 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 так. Мамулечка, так, вот не обязательно так, продавца кукурузы бросать в море, если у него кукуруза дороже, чем у остальных.
папе скажу. Он выловит эту кукурузу. Он все-таки подводник, хоть и бывший. Ну, так, сыночек, одень шапочку. На, панамку одень. Пап, дай ведро, я воды наберу. Сынок, ты что ты, отдыхай. Папа сам сходит, водички наберет. Стоять. Нам переодеться надо. Да. Мы сейчас придем. На, иди набирай свою воду. Уже не надо. Провокатор. Саня, Санечка, Санюля. Опа! На, подари Вике, задобришь ее. Держи, держи, держи. Петрович. Держи. Откуда? Откуда? От верблюда, у которого горбы спереду. Ну, он реально лежал, там никому не нужен. Че? Петрович. Сань, ну он реально был там никому не нужен. Ну нафига прикрывать эти вишенки на оладушках? Правильно говорить, вишенки на тортиках. Саня, я все видел. В сравнении с Мариной моей, там реально оладушки. Ой, иду ты тут вроде. Сань, ты чего? Ну ладно, я так дома перед телевизором делаю, но не на пляже. А может, я в Одессе себя чувствую как дома? Да. Ай, кошмар какой-то, просто кошмар. Саша! А, что? Что это? Где? А, о! В кошельке мелочь пересчитываю. Девчонки! А чего же вы не переоделись? Да. Потому что кабинка для переодевания превратилась в туалет. Прямо на наших глазах. Ага. О, значит, мне туда и надо. Ну, не в смысле... Ну, как получится. Что? Саня. А? Ты Лешу кремом для загара намазал? Какого Лешу? Нашего. О, Господи, да намазал я его, намазал. А от загара? Намазал. А от комаров? Да всем я его намазал. Вон, намазанный сидит. Сыночка, раз тебя всем намазали, можешь пойти покупаться. Бабушка разрешает. Ура! Папа потом опять намажет. Ёх, вы представляете? Туалеты в этом году сделали платными. Да ты что? Какой кошмар. Я не хочу купаться, вода холодная. О, а деда скупнется буквально по пояс. И водичка теплее станет, правильно? Правильно. Олег! Не позорь меня! Возьми деньги, сходи в платный туалет! Вот моя Мариночка всегда была умная и благородная женщина. Благодарю. Хотя стой. Одного тебя с деньгами отпускать нельзя. Я с тобой. Мариночка, там мужики, ты чё? Что я там не видела, иди уже. Марина, иди уже, что я там не видела. Саша, намажь меня кремом. Блин, она же даже спиной почувствует, что у меня кольца нету. Мужик, мужик, стой. Чё? Ты женат? К сожалению. Дай кольцо. Не снимается. Если б ты до обеда подошел, он помог бы. Блин, стой, стой, стой. Слушай, можешь мою жену кремом намазать? Ты что, извращенец, что ли? Я? Ты что, смеюсь? Я нормальный мужик. Саня. Здоров, Саня. Блин, ну реально, намажь, пожалуйста, я тебе денег дам. Да? Саш, ну долго тебя ждать? И иду, иду, вот крем выдавливаю. На, давай, давай. Вот, мажу, мажу тебя, вот, вот, натираю, натираю, ага. Ой, ой, Сашка, ага. Какие у тебя крепкие руки, боже мой. Ну, так я же это... Качаюсь? Да, скорее всего, накачиваешься вместе с моим отцом. Хорошо-то как. Боже, если бы я не знала, что это ты, я бы подумала, Супермен. Слушай, класс. Слушай, я вот Чё подумала ты? Я подумала, а чё ты руку в песок засунул?
А, в журнале «Здоровье» прочитал. Горячий песок от артрита помогает. Вот, лечусь. Слушай, а может, мою маму закопаем? Я тебя давно говорил уже над... Дурак! Ты, зятёк, видно, совсем из ума выжил. На старости лет начал пасочки лепить. Это я, Марина Францевна, с вас песочек собираю. Дурак! Давай, говори, что у тебя с рукой. Да все нормально у меня с рукой. Чего вы прицепились? Знаешь, доченька, у него там, наверное, татуировку сделал с его именем Баран. Очень смешно. Так, Саша, говори, что у тебя с рукой. Да, короче, пошел купаться. Там на меня медуза напала. Укусила меня всеми зубами. Вон, рука так распухла, вообще смотреть страшно. Да, что вы думали, медуза такое дело. Вот Мариночку когда-то медуза давно укусила, так до сих пор смотреть страшно. Лучше бы она тебя за язык укусила. Так, Саша, хватит из меня дуру делать, что у тебя с рукой? Блин. Ладно, короче, расскажу. Ну, иду по пляжу, но... никого не трогаю. Тут на меня сверху бац! Чайка напала. С ножом. Здоровая такая! Короче, забрала у меня все деньги и... О, обручальное кольцо. Ты чё, дурак? Петрович. Я тебе твое кольцо повесила тебе на цепочку, чтоб ты, придурок, в очередной раз его не потерял. Фу, господи. Саня, а я ж тебе сразу дельный совет давал. Надо было майку снять, махать и бегать. Ну, хорошие мои. Если все так хорошо закончилось, давайте по этому поводу бахнем, а? А давайте! Я тебя бахну. А твое кольцо где, а? Мариночка, так а я его специально снял, чтоб палец загорел. Во! Ой! Во! Если я узнаю, что кольцо опять в ломбарде, я тебе не только палец, я тебе руку вытерну. Мама, папа! Дедушка, бабушка, перестаньте ссориться. Давайте я вам лучше фотки покажу. О, давай, посмотрим. Фотки, Валый же у нас фотограф. Ой, смотрите. Это дедушка. О. А вот это уже не дедушка. И не папа. Раньше лучше было ждать, проявлять. Дай бог засветиться. Ага, это мы что так стояли? Это мы вас выглядывали, а эта девчонка случайно в кадр попала. Ясно. А два бокала пива тоже случайно в кадр попали? Так это же я вам купила кукурузе. Папа, пиво к кукурузе? Дося, у меня пиво ко всему идет. Ага. А это что такое? А это я подарок готовил. Что-то на меня маловат. А на меня великоват. Поэтому выбросил. А, понятно, для кого это подарок, да? Это Петрович вот снял. А ты, значит, этим воспользовался, правильно? Не, ты что, Вика, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что мне, кроме тебя, вообще никто не нравится. Конечно. Я вижу! Что это? Это меня Петрович научил. Так, я так только перед телевизором. А тут подтверждаю. Спасибо. Опачки-топачки, ну как же ж так? Мы тут, значит, с малышом, а ты там с мужиками развлекаешься, да? А ты, значит, за это еще и деньги берешь? Ну, тут как раз наоборот получилось. Блин. Что это за фотографии вообще? Да нормальная фотография, он мама твоя, видишь? Вот это прикольно. Влезла. О, вот мы, да. О, смотри, какая семья у нас классная. Дед прикольный, ты такая красавица. Лёшка молодец. О, а тут мы его бросали, ага. Лёшенька хороший. Какой красавчик. А, учитесь есть правильно. Да ладно, вот. Вот что это? Все-таки, хорошие мои, как хорошо, что мы здесь все собрались. Да. А то, что с этими заботами, хлопотами, работами бежим все постоянно куда-то. Гараж, киоск, киоск, гараж. Слушайте, всего лишь 7 дней здесь в Одессе отдохнули, а энергии набрались на целый год. Да.
Вот, доченька, не думала, что такое скажу. Но я впервые, зятек, с тобой согласна. Да. Жалко, что сегодня последний день. Да ладно, чего вы переживаете? В следующем году еще приедем, да. Отдохнем. Да. Приедем. Я извиняюсь, а тут говорят, где-то за деньги можно настоящую женщину пощупать. Саша! Вика! Я тебя убью! Вика, ну что ты? Я тебя убью! Вика!